Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, я так думаю, что можно пойти дальше прокачивать наш орб. Да, пойдем мы его прокачивать сейчас, сразу, ну, сейчас, куда бы... Да, пойдем мы на остров. И будем прокачивать орб, да. Так. И, в принципе, покемонов мы тоже будем прокачивать. Эти все в бою тут. Так, ладно, прокачиваем. Нужно, ребята, прокачать уже наконец-то еще один орб. Там покемон-босс, но не буду я туда идти, он под землей, наверное. Не, ну, в принципе, сейчас, ребята, покемоны-боссы нам, конечно же, нужны, так как... На третий алтарь нам вообще не хватает покемона. Не покемонов, а вот этих, как его там. Не хватает алмазов, да, чтобы купить еще один алтарь. Нужно будет еще купить потом. Так, а вот сейчас как эволюционирует вот этот покемон? Ну, как бы у него вроде две эволюции, да? Есть одна через обмен, а другая через... обычно, да, как бы качаешь, а потом вроде еще одна эволюция, а потом еще водный камень. Или сразу, ну, я не помню, ну что-то такое. Ну, я точно... Ну, фиг его знает, ребята, честное слово. Ну, по идее, у него как бы обычное, да, там, с водным камнем у него идет, да? Но я не знаю, сколько у него эволюции. Вроде вот это, что как бы начальное, да, потом еще одна, а потом с камнем. А вот сейчас, вроде, еще одна есть, только она уже с обменом. Фиг его знает. Не знаю, ребята, можете есть, можете нет. Нужно посмотреть. Потому что я не знаю. Ну, одна у него точно есть, да? А вторая через обмен. Это я уже не знаю. Так, ну, в принципе, словили мы его, да? Уже нормально. Так. Так. Кого там и сколько там еще уровней осталось? Каким-то покемоном. Вот этот Клинк, или как он там называется, фиг его знает, но вот этот. Да не ты, а вот ты. Вот если у него эволюции, то я не знаю действительно. Так, качаем. Сколько там Чё-то вообще в орбе уже нету нифига. Или мне кажется. Фиг его знает, ребят, ладно. Качаем. А, так, ладно. Как можно быстрее нужно вот это прокачать. Как можно быстрее. И под... Ну, в принципе, давайте тоже пойдем вот на этого босса, если он нормально где-то... О, нет, пойдем и на вот этого. Где он? Вот он. Так, еще два алмаза, можно и так сказать. Так, копаем. Ух, у меня же факелов нету. Где он? Сейчас фиг его знает, где он. Где-то вот тут, да? Да я же слышу кого-то там, только... Вот где он?
Вот он, да? Отлично. Так. Идем мы дальше прокачивать. Так. Фух, алмазы, алмазы. Или в шахту потом сходить, может парочку алмазов найти, или фиг его знает, если честно. Или просто вот так продолжить искать покемонов-боссов и... Вот так. Не знаю. Так. Да кто там плещется столько в воде? Что за звуки? Так. О, ребята, ребята, ребята. Капут, вот это качать, вот один орб, это сдуреть просто. Можно сколько вот тут покемонов нужно поубивать, чтобы вот этот орб прокачать. Заполняется он или что? Фиг его знает. О, уже темнеет. Ну, как бы вечер уже, да? Нужно будет домой идти. Ну, если успеем вот эти все удары использовать, то отлично. Так. Давай, давай, давай. Все вы в бою что-то. Так, 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 так. Что-то она нифига не заполняется, как мне кажется. Не знаю почему. У нас есть мунстон, вроде да. Сейчас. Так, ты в бою. Есть. Так, ладно. Идем домой и там прокачаем. Потом обратно пойдем прокачивать покемонов. Так. Идем поспим сначала. Давай. И идем его прокачаем. Отлично. Шайни. Давай. Отлично. Вот. Так, давайте поставим его в компьютер. И возьмем, кого мы там, вот, тебя. Вот что я хочу попробовать, у него сразу эволюция есть или нет? Вот это я действительно не знаю. Нет. Ам...
тетра. Так. Немного алмаза, в принципе, да, но все же. Уже хоть какие-то есть. Штук так 30, я думаю, уже будет. Ну, в принципе, где-то так должно быть. Идем вот сюда. А, продолжаем, ребята. Вот он, вот этот. Так, сейчас. О, сейчас. Не-н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 е. Так. И давайте дальше. Будем их прокачивать. Ну, в принципе, да, и покемонов прокачивать, и орб. Так. Ох, этот орб. Капут. Алтарь есть, но орб еще не прокачанный. Да. Так. Фух. Ну да, нападай как раз. Покемонов сейчас мне, в принципе, любых нужно убивать. Так. Так. Там покемон был, босс был? Да, что-то там да есть. Он где он? В земле? Походу, да. Или нет? Так. Где он? Давай. Это еще... Во. Нет, не ты. А вот... Да, вот ты, отлично. Ух. Так. Тут я не знаю, будет что-то, нет. Не знаю. Там лава только будет. Везде, в принципе. Ну да. Ладно, идем мы вот сюда. Обратно прокачивать. Обратно. Так. Райхорн, на каком ты там уровне эволюционируешь? 40-й или какой-то? Фиг его знает, не помню уже. Клинк, вот этот покемон я не знаю, да? Когда он вообще или он вообще прокачивается? Так. Идет там по чуть-чуть орб, все-таки, да. По чуть-чуть. Так. Потому что я еще не знаю, как он там вообще. Ух. Я так думаю, что, в принципе, когда мы прокачаем вот этот орб, да? Ну, когда, в принципе, вот сейчас уже есть у нас алтарь, да?
Мне нужно прокачать вот этот орб, чтобы уже заспавнить Артикуна. И пока у нас еще не будет следующего алтаря. Хотя фиг его знает. Следующий алтарь, я даже, если честно, не знаю, когда будет. О, Пулевак эволюционирует, отлично. Давай, вот. Так, вот он. Следующий алтарь я даже, ребят, не знаю, когда будет. Там просто реально очень много алмазов нужно, а покемонов-боссов как бы тоже, получается, много нужно. Не знаю, не знаю, не знаю, ребята. Хочу сказать, ребят, напомнить, не забываем строить всякие ваши здания. Если хотите, то, в принципе, еще раз скажу, можете строить, можете выкладывать в группу. Здания могут быть, в принципе, любые, какие вы только захотите. Стадионы, замки, домы, целые города, там, бары, магазины, свои личные дома. Хоть что, ребята, что только можете придумать, да. Если вы действительно это прикольно все сделали и как бы отлично у вас получилась постройка, то еще раз скажу. Как бы, если отлично вы знаете строить, то может и выбрать и вашу, выберем и вашу постройку, да. Ну, я говорю еще раз, ребята, если вы отлично знаете строить, то стройте. И если у вас есть, конечно, свободное время, да, чтобы строить. Потому что если отлично строить, да, то за какое-то короткое время ты 100% это не построишь. А если офигенно что-то строить, как какое-то красивое здание, да, или еще что-то, то, конечно, это нужно так нормально строить, если такой, как какой-то офигенный дом или еще что-то, то и пару часов даже на это может уйти, или если не больше. Не, ну, в принципе, говорю, ребят, если у вас есть свободное время, и если вы знаете отлично строить, то стройте все, ребята, что вы захотите, и можете выкладывать в группу ВКонтакте, да. Так, сказал, ну, напомнил, как бы, да. И если будет выбрана ваша постройка, то, говорю, она будет, наверное, все же добавлена на эту карту, и просто, как бы... Если стадион, да, то стадион, да. Любой стадион можете строить, и еще расскажу, в принципе, любую постройку. Да. Так. Ну, уже там немного, да, заполнилось. Да что же все в бою? Так. Давай еще тебя. Еще тут кто есть? Тут на каком ты уровне, Райхорн, эволюционируешь? Так. А ты тух. Так. Да, еще парочку убьем. Так. Да. Капут. Первый орб как-то казался, что он намного быстрее качается, а вот этот орб уже слишком как-то кажется, что качается. Так. Что ж, давайте еще, может, пойдем в джунгли. Может, тут будет какой-то покемон-босс, чтобы прокачать Райхорну там уровень, да, если он, конечно, на 40-м эволюционирует.
Может будет какой-то покемон босс? Или фиг его знает. Где он может быть? Так, тут нету, нет. Дайте хотя бы парочку покемонов боссов. Одного, двух. Нет, что-то вообще никого нету. Ах, капут. Ну чё, они как-то и не очень так испанятся, как я понял. Ладно, 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 ребята, идем и домой. Так. И идем мы поспим. О. Там кто-то был. Вот он. Только он в земле, да? О, где-то он уже там. Ух, твою ж. Вот он. Так, отлично. И вот так. Еще так три алмаза, если считать. Так, ребята. Идем и поспим. И... И, в принципе, ребята, я так думаю, уже на этом можно заканчивать. Сейчас там еще один покемон босс есть. Только вот где? Попробуем добраться. Ну. Так. Вот. Отлично. Так, ну вы, да, не очень такие большие уровни. Ладно. Так. Тут нифига нету. И, ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.